Город Аппенцель находится в Восточной Швейцарии. Регион известен сельскими обычаями и традициями, такими как торжественная встреча стад, возвращающихся осенью с высокогорных пастбищ, и культурными событиями вроде фестивалей, фольклорной музыки и танцев. Здесь, в регионе Альпштайн, также популярны горные походы. Город закрыт для автотранспорта, а множество маленьких магазинчиков делает его идеальным для прогулок и шопинга. Фасады зданий украшены росписями. Музей Аппенцеля находится в ратуше, иллюстрирует пересечение истории и культуры кантона. Пешие прогулки и беговые лыжи – самые популярные и шумные занятия в этих краях, поэтому региону проходит около 200 км трасс для беговых лыж. Швейцарский регион Аппенцель примерно в полутора часах езды от Цюриха. С его холмистыми зелеными холмами, где обитают тысячи коров, этот район хорошо известен производством сыра Аппенцеля. Но маленькие деревни и городки, разбросанные по региону, заслуживают посещения сами по себе. И не более того, чем город, который также носит имя Аппенцель. Parkplatz. Das ist für PKW gar nichts frei, heißt wohl da hinten ist was. Das ist ganz anders. Das ist alpenhistorische Architektur und Stein am Rhein ist.
Na gut, da ist es. Können wir auch gehen.